12 июля в подмосковном Зарайске прошел региональный этап конкурса «Лучший по профессии». Впервые лучших выбирали среди пчеловодов Московской области. Сегодня мы в Зарайске проводим конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии». Конкурс является частью федерального конкурса профессионального мастерства, который, в свою очередь, пройдет в Уфе 15-18 августа. Победитель регионального этапа, который сейчас проходит в Зарайске, будет направлен туда для того, чтобы представлять Московскую область на уровне страны. Сегодняшний конкурс пройдет и будет состоять из двух частей – теоретическая и практическая часть. По результатам конкурса победителей мы наградим ценными призами и дипломами. Конкурс организуется Министерством социального развития, Министерством сельского хозяйства. В Зарайском районе очень тепло приняли инициативу проведения конкурса по номинации «Лучший пчеловод». Администрация Зарайского района и Московское областное объединение организаций профсоюзов обеспечила нам площадку и все необходимое для того, чтобы провести конкурс на высшем уровне. Конкурс, на который были приглашены представители Института пчеловодства, собрал более 10 районов и городских округов Подмосковья, специалистов, представителей личных подсобных хозяйств. Добрый день. Скажите, пожалуйста, откуда вы, что вы сегодня представляете и почему именно вы здесь сегодня? Пасечники. 10 лет уже как с пчелами. Вот выехали на такой грандиозный праздник, где вся Московская область. Скажите, что заставило вас 10 лет назад заняться пчелами или пчеловодством? Это очень важное, на самом деле, и очень увлекательное занятие. Но это же сложно. И для нас, обывателей, со стороны еще и опасно. Зато ни с чем не сравнимое удовольствие жизни и работы с пчелами, оно того стоит, на самом деле. Это очень действительно сложный, но благодарный труд. В этом году только-только погода позволила пчелам работать в полную силу. Это мед прошлого года, разнотравье, все, что цвело вокруг деревни Мишино, все здесь. Вот сегодня пчелам решили сделать выходной. Вот, пригласили на выставку. Вот здесь пчелки, расплод. Когда мы приобретаем мед, причем в огромных количествах, мы часто забываем, какой это труд. Можете рассказать, с какими проблемами приходится сталкиваться, когда вы приходите вот к тому результату, который мы уже приобретаем на прилавку? Да, он у покупателей мед сладкий, как правило, да, пчеловода он горький. Мед тяжеловато достается, основные работы с пчелами в жару. Ну, поэтому как бы из-за этого не все выдерживают и бросают это мероприятие, потому что кочевки, роение и все остальное прочее, все нужно делать в жару. То есть, ну, во-первых, это нужно сильный такой организм иметь, настроение, и главное, чтобы это дело тебе нравилось, тогда, наверное, получится. Все пришедшие на конкурс зрители смогли познакомиться с условиями содержания пчел, продуктами их кропотливого труда, услышать о новых достижениях и разработках в пчеловодстве, попробовать и приобрести мед. По окончании конкурса его организаторы провели форум, на котором обсудили существующие проблемы, наметили пути выхода из них и поставили задачу объединения любителей и профессионалов с целью улучшения состояния пчеловодства Московской области. Валерий Маркович, Герман Беляев, студия «Квант», Зарайское кабельное телевидение.